летим в отпуск. Ну, наконец-то. И куда на этот раз? Турцию. Были завтра днем. Да, нам давно пора уже отдохнуть. Транспорта Игорь Левитин запретил дневные чартерные рейсы из Москвы, что привело к транспортному коллапсу. Многие туристы не могут вылететь обратно домой. Теперь Ленинградское шоссе стоит даже ночью. Курорты, популярные среди граждан Российской Федерации, пустеют на глазах. Все пропало. Все вылеты отменены. Что будем делать? Черт. Тогда я поеду в Турцию на машине. Удачи. Чувак, это Турция? Нет, это Сочи. Твою! Решено. Я полечу зайцем. Вы как хотите, а я полечу стопом. Вот вам горящая путевка. Меня ничто не остановит, даже море. Железные дороги не могут справиться с количеством пассажиров. Люди пытаются улететь в отпуск днем любыми способами. Ребята, езжайте без меня. Кажется, у меня другие планы. Ты отобрал наш отпуск. Я отберу твою жизнь. Я не понял, ты что-то имеешь против отмены чартеров? Хулиганы. Скоро во всех аэропортах.